Ребята, выезжаем на испытание на Крашер ротоватора. Трактор масляный Феркс 6713. Погнали. Ты гонщик разобрался к этому? Чего? Гонщик поработал, да? Или вы не делали? Нет, еще ничего не делали. А, не-не-не, разобрались, все, навес попустили. А, пустили, да? Да, да, пустили навеску, сейчас заглубляется. Хорошо, конечно. Она не доставала реально просто даже до земли. Ну, она доставала, положения. Но... Да нет, бы... нет, сейчас опустили, нормально все. Это тебе не BMW. Ну, примерно как на BMW, на самом деле. На крузере ты едешь, там хоть жопу не трясет, а тут трясет, видишь. Красота. Моделька. Сбылась мечта идиота. Да, Massey Ferguson. Нет, я езжу на тракторе. Ну реально. А сколько стоил в итоге, я не знаю, 4 с чем-то? 4,300. С передним. С передним. С передним ломом. Для твоего этого. Больше. Едем к месту испытаний.